воспитание молодежи, воспитание в них патриотизма, любовь к родине, к отчизне – это очень важный аспект. То, что делается в эту смену, я считаю, что Омская область и вся Россия должна гордиться тем, какие у нас ребята. Наша задача – максимально сделать профильную смену «Орлята России» интересной, полезной, очень функциональной, очень заряженной на то, чтобы ребята получили максимум знаний, максимум прикладных навыков и умели постоять за себя, постоять за свою родину. Так как я состою в юнармии, для меня эта смена показалась очень интересной. Я думала, что я тут научусь много чему нового. И вот за вот эти несколько дней, что я тут нахожусь, я уже научилась.